Жизнь дана нам, чтобы радоваться и радовать своих близких. Вы можете сами писать свою картину счастья. У каждого она своя. Но иногда в эту картину может ворваться черная клякса. Некоторые люди опускают руки при виде этой грустной полосы. Конечно, ее нельзя стереть, но ее можно преобразить и превратить во что-то хорошее. И тогда она сможет заиграть новыми красками.